Ну, вітайте, шановні друзі, бачите, Олексій Гончаренко. Знаете, я когда это увидел, я могу вам сказать только одно. Некоторые клоуны так любят наряжаться в клоунов, чтобы их в результате не считали клоунами. И сегодня речь пойдет не о таких маститых, старых политиках, типа Тимошенко, Порошенко. Я бы хотел обратить ваше внимание на подрастающее поколение таких молодых шакаленков, как Леха Гончаренко. Одесского мажора Алексея Гончаренко по праву можно считать классическим образцом политической проституции, потешным клоуном и циничным хамелеоном. Ведь в 2009 году Леха был активным сторонником русского мира, столпом одесского отделения партии регионом и соратником Януковича. Я уверен, что мы это сделаем, потому что мы идем на эти выборы и на это испытание вместе с нашим лидером. Виктором Януковичем! Однако, после революции достоинства 2014 года юный хамелеон перекрасился в цвета антагонистов. Партии Порошенко заговорил на украинском, смогли загнати Путіна в глухий кіт, и превратился в ревностного защитника украинского национализма, нисколько не смущаясь тем, что ранее носил георгиевки и готов был порвать за русский язык. Не дадим забрать у нас родной язык, не дадим забрать у нас родную культуру. Наши дети будут знать русскую литературу, русскую культуру. Они тоже будут говорить на русском языке. Я абсолютно в этом уверен. Ах ты, блядство какое. Ладно бы Алексей был бы, ну, обычной политической шлюхой, да, которая бы сама генерировала контент, ну, не отходя от политики партии. Так Леша еще без методички ни одного лишнего слова, как оказалось, не говорит. Алексей Гончаренко. Ну, во-первых, если интересно, во время прямо нашего эфира мне прислали один из сотрудников СБУ. Вчерашнее задержание, фотографии можно прямо показать. $800 000, €40 000, один из председателей судов Херсонской области. Это то, что произошло вчера. Вот фотографии, которые, может быть, сейчас видят телезрители. Теперь по сути того, что говорил уважаемый коллега. Ты же шлюха! Кстати, Лешу сейчас активно использует Порошенко, чтобы он поливал грязью его конкурента Юлию Тимошенко. Но скажите мне, кто из вас удивится тому, что Леша через 2-3 года, если Юлия Владимировна таки станет президентом, начнет поливать грязью Порошенко и переметнется уже к Юлии Владимировне? Я не удивлюсь, а вы? Я бы очень хотел, чтобы твой дед перевернулся в гробу, когда тебя увидел. Мы с ним знакомы давно. Да. Леша, ты сидел вот здесь. Ты сидел здесь. Когда, и что касается 2 мая? Когда первый сбежал из партии региона, мая. Ты тварь конъюнктурная. Чем?